мост, как вы знаете. Это после взрыва. Все цело, все хорошо. Здесь железнодорожный. Сейчас мы поедем на арку. Все безопасно. Едем. Мы покидаем Крым. Нам сообщили, что мы едем в Краснодарский край. Ставьте лайки, если вы тоже ждете Краснодарский край. А вот арка российского флага. Хочешь? Ну ладно. А вот арка нарисована. И сейчас посмотрим, что произошло после взрыва 8 октября. Вот флаг видно. Да, покрасили здесь нормально. Видно арка. Мало машин здесь на мосте, потому что там проверка была. На мосту. На мосту, да-да-да, спасибо. А тут я уже путаюсь уже по мостам. Лучше закрой окно, а то вот громко будет. Вот, нормально. А вот железнодорожный мост видно. И сейчас посмотрим, что произошло. Здесь море видно, как вы знаете. Сейчас посмотрим, что произошло после взрыва. А вы сколько времени было? Спасибо. И мы заезжаем на арку российского флага. Здесь произошло два взрыва. Это на КАМАЗах, ну то есть грузовиком, взрывчаткой, и на цистернах. Вот сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как это был взрыв возле Крыма. Вот арка, мы проезжаем по Крымскому мосту. Сейчас мы проверим, как выглядит. Ну, буду молчать вообще. Сейчас посмотрим. А вот место, где произошел остался на после сгоревшего цистерна поезда. Будем аккуратно ехать. Вот. Дорога упала на море. Офигеть. Хорошо сделали, мост выдержал. А вот сгоревший, только что пятно остался. Вот слева обрушение, которое видишь. Да. Обрушение там после теракта. Они незначительные. Спокойно едем. Мы покидаем. Движение восстановлено. Вообще-то вторая штука. Все работает уже здесь. Да посмотри сюда. А там ведутся ремонтные работы. Мы еще посмотрели черное пятно уже после взрыва цистерного поезда. Едем, как
когда вернемся обратно в Крым, сразу заснимем после взрыва уже.